Так, поставил сегодня блок европредохранителей на ВАЗ-2103 с индикацией сгоревшего предохранителя, светодиоды. Вот. Сейчас, то есть, имитируем то, что все предохранители сгорели. Когда предохранитель сгорает, светодиод загорается. Вот предохранитель рабочий. Ставим его. Светодиод потух. Так, свет, освещение салонное заработало. Так, далее включаю зажигание. Это контрольные лампы все и так далее. Освещение бардачка работало. Так, габариты правый, левый работают. Фары ближний. Левая, правая есть. Дальний, левая, правая есть. Так, второй предохранитель у нас стеклоочиститель. Либо печка. И печка тоже. И либо и. Вот она печка. Вот дворники. Автофокуса нету. Так. Ближний. Выключенный свет, габариты, зажигание. Последний предохранитель, 10-й, это у нас идет регулятор напряжения и обмотка возбуждения генератора. Но еще я буду устанавливать аварийную сигнализацию, поставлю на эту, тут я диод не сделал. Думаю, не суть важно. Здесь будет у меня аварийка, так как тройка обделена этого года выпуска, обделена аварийной сигнализацией.